Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скив, мы продолжаем играть в Don't Starve, Hero in the Dark. И у нас уже на дворе аж 77-й день. Я хотел в прошлой серии сходить в подземелье, но не задалось. Немножечко не задалось, зачем-то полез на сундук, и в общем у нас образовались определенного рода проблемы. Но, кстати, про сумки я разобрался. Я разобрался буквально после записи сразу же. Спасибо, кстати, мне уже после под видео оставляли комментарии и парочку даже правильных. Для того, чтобы было много сумок таскать, просто берете сумку, перетаскиваете в инвентарь. И все, он тогда берет следующую сумку. Но это, по-моему, работает только в Hero in the Dark. В обычном Don't Starve, я думаю, не работает такая штука. И какие у нас сейчас на данный момент проблемы? У нас нет травы и веток и дров. Собственно, этим стоит заняться. Так, у меня есть кость. А, о, Честер. Господи, я тебя не заметил, парень. А, ты у нас как сундук стационарный. Стой, короче, здесь. Так, мне нужен сачок. А, паутинки были где-то. Давайте сделаем сачок, наловим. Пока ночь. О, кстати, травы надо собирать. Да. В общем, опять занимаемся тем, чем не особо-то хотелось заниматься. Фармом. Да, ё-мо. Ну, что поделать. Кстати, тут еще бивень был. Так, надо еду. Оп. Готовим. Пускай готовится, пока мы бегаем. И погнали. Так, я мини-карту вырубил, да? Нет, вот она, окей. Замечательно, мини-карта есть, все есть. Отлично, бежим опять, собираем ресурсы. Плюс, сегодня мы попробуем все-таки нафармить жутких деревьев. Я буду вырубать вот эти деревья. Ну, пытаться. Ну, тем самым призывать жуткие вариации. Так, кости соберем на всякий, фиг знает, может пригодятся. И посмотрим, в общем, что из этого получится. Так, подсветка. И не забываем ловить светляков. Это важно. Ну и плюс собирать все то, что нам нужно собирать. А, гриб тоже сойдет. В готовке-то что нет. Так, собачки, да? Я не ослышался. Оу. Неужто зима опять? Внезапно подкралась. Печаль. Ну, собаки, до утра потерпите. Не хочу с вами ночью драться. Как-то не очень с руки. На самом деле. Ну, давайте ветки соберем. Еще гриб. Надо сачок добить. До утра. Как-то не очень хорошо сачок оставлять. Ну и сюда за травой сходим. Само собой. Ну и последнее. Оп, отлично. Сачок мы добили. Осталось еще травы насобирать. Веток мы, по идее, насобираем. Не проблема. Ну и будем вот эти... рубить деревья. О, нет. Идут собачки, да? А, щита у меня нету. Весело. А собак много. Тик. Чего у вас так много? Оу. Так, они меня, правда, плохо пробивают, но они мне бить не дают. Что их долбанное стадо. Да ё-мо, я не хочу гореть. Так, и лес не надо жечь. Тупыри. О, кстати, это мясо пригодится. Вы то мясо не жарьте. О, молодцы. Так, семечки мне не нужны. Вот это все соберем. Это все нам понадобится так или иначе. Куда я тут насобирал-то? А, у меня же вторая сумка. Да, совсем забыл. Окей. Ну и давайте
Дерево немного срубим. И вообще попытаемся тут злое это дерево призвать. Из него валится тоже. Ой, каштанчики. Пускай и каштаны тоже будут. А то меня часто упрекают, что я не использую каштаны, как бы. Ну, я не сказал бы, что каштан особо какой-то крутой ресурс. Но можно использовать, раз мы рубим деревья. Почему не использовать? Ну, это, конечно, лично мое мнение насчет каштанов. И, конечно, фиг я кого призову. Наверное, это может быть ближе к вечеру лучше делать. Пойдемте пока траву сорвем. Ну, кстати, ягоды заберем. И пару кустов. 13 уровень, отлично. Так, у меня тут еще свитки есть. Все замечательно. Побежали быстренько травы насшибаем. И я так понимаю, у нас зима-то не за горами. Лето было, да-да, должна быть зима. Вроде как. И у меня есть шкура этого медведя, надо сделать себе теплую одежду. Я думаю, будет неплохо. Так, трава, куда ты там собираешься? Ты собираешься в какой-то вот в этот. Я люблю, чтобы основных пару ресурсов было вот в этой первой пятерке. Самые ходовые наши. Мне так, во всяком случае, удобно. Ну, тот, кто смотрит давно меня... Уже поняли это, да, что я сюда размещаю. Второй слот обычно использую для пищи и еще какой-то ерунды. Я сюда стараюсь инструменты складывать. Я, во всяком случае, так привык делать. Ну, инструмент, оружие. Ну, это там уже в сумке, как придется, что-то распихиваю. Ух ты ж, сколько кроликов. И вот теперь надо определиться, стоит ли опять лезть в эти пещеры. Ну, я думаю, определенно стоит. Надо идти гномам. И надо опять делать кучу сумок и вперед. Но только в этот раз я рисковать попусту точно не буду. Я в прошлый раз не хотел рисковать, просто там... Как из пулемета стреляют эти посохи, и я фиг знает, как к ним подлазить. Надо какой-то неплохой иммунитет к их атакам. Ну, там, резист хотя бы, да, не иммунитет. А иначе они прям накидывают весьма неплохо. Может быть, имеет смысл убить пару бифала ради шерсти. Я не помню, у меня хватает всего для чего-нибудь. Давайте вольнем бифала, раз мы рядом. Мне в любом случае еда нужна. А, стоп, нюанс, у меня брони-то нету. Так, теперь есть, у меня деревянного щита еще нету. Надо будет его тоже сделать. И с рассудком печаль. О, это что такое у нас? Что-то новое. Неужто обнову накатили? Какой-то армор, роба. Что-то еще. Интересно. Ладно, попробуем, но позже. Сейчас мы вот этого вот завалим. Чувачка. Оу, так, минус 4. Ну, не смертельно. Можно, конечно, поатаковать. Я бы не сказал, что он их супер пробивает, этот меч. Так, ладно, не будем лишний урон получать. Ни к чему. Это все заберем. И, быть может, еще бифала завалим на всякий случай. И пойдем уже. Так, а траву я тут что не собираю, мне трава-то нужна. У меня там есть спальник, если что, может тупо поспать, себе рассудка восполнить. Так, я его подморозил. Чё скажешь? Эм, пофиг, что-то бежит за мной. Наивное животное. Тут поколение вон подрастает, ладно. Я думаю, не вымрут они как вид. Определенно. Так, ладно, травы хватит, не будем заморачиваться. Пока что, во всяком случае. О, зеленые грибы, да, зеленые же. Рассудок, значит, мы себе грибочками восполним. Замечательно, ну вот. Дерево стоит порубить. Аккурат вечер. Может, ночью это делать особо эффективно. Сейчас потестим. Конечно.
Я не думаю, что мне это удастся сразу достичь необходимого результата, но может и удастся. Не попробуем, не узнаем. Тем более, что у меня дров все равно нету. Оу, и топора нету, окей. Так, топор. И погнали. Что-то дерево, деревья, вернее, не хотят злиться на меня. А вот, кто-то разозлился. Судя по звуку. Так. Да, конечно. Напал ты. Воу, минус 18, серьезно? Так, так. Воу. Воу. Это такое серьезное дерево, смотрите-ка. 100 лет с ними не дрался. Он лапу выпускает. Так, а, его топором, наверное, только рубить. Да? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, коротыши. Так, оно жестко дамажит, надо заметить. Черт, меня просто раздамажили. Вот на всю катуху. Да черт. Ночью не особо удачно с ним драться. Вот гадина. А, поепа. Воу-воу-воу, так. Хилимся. Что-то мне этой затеей вообще. О-о-о. Нафиг. Чё оно такое жесткое дерево? Реально, воу, дерево-убийца. Долбаное. Так, я сейчас к тебе приду. Он корень свой выпускает, гадина. И эти маленькие пекинесы. Так. Давай огнем. Огненный топор, как вам? Так, наверное, лучше не использовать его. Я нафиг сожгу тут все. Так. Минус 2. А, тоже. Понимаю урон. Окей. И чё, ради одного дерева столько страданий просто? Да ладно, вы прикалываетесь. А если эти корни вырыть? Не? Не хочешь? А если лопатой? Так, 2 дерева, окей. Ничего, мне надо 5 раз так сделать. Ну что-то это не очень быстро. Пойдемте лучше к зиме подготовимся. А то это что-то очень малоэффективно на самом деле, если задуматься. Так, а где топор? Немножко еще срубим. О, так. И покушать, конечно, не забыть. Но ночью с ним, конечно, вообще вариант стрёмный драться. Вообще не видно, что происходит. Еще эти маленькие гады бегают. Довольно стрёмно все. Отлично. Ну, еще одно деревце, чтоб уж наверняка. Ну, о, отлично. Замечательно. Так. Это... пару веточек. Лишними не будут. В принципе, уже практически стак. Ну, эти пеньки повыкапывать. Ну, ладно, тоже пока забьем. И пойдем, надо с рассудком что-то сделать, а то его как-то печально мало. Сюда, в пещеру, еще тоже не исследовал толком. Ну, наверное, лучше гномам сходить, все-таки там крутые вещи. Но с поправкой на зиму это делать. Окей. Так, где мои грибочки? Что-то уже испортилось. Неведомое. Дым. Так, рассудок восполнили, замечательно. Дальше поехали. Так, вот так.
Вот этот мне кусок нужен. Сейчас мы из него что-то скрафтим. Сейчас мы еще много чего попытаемся скрафтить. Так, каштаны, по-моему, в таком виде они сюда не лезут. Вот только жареные. Окей, куча каштанов. А, птица в клетке в этой долбится. Немножко напрягает. Давайте карту уберем. Тоже отвлекает. Она сейчас не нужна особо никак. Так, а так каштаны могут использоваться. Если одни каштаны, то это у нас ничего не съедобное. Отлично. А так это у нас, по всей видимости, мясные шарики. Замечательно. Каштаны, ягода. Хобот мы можем тупо схавать. Ну или там по-умному схавать. Кому как. Этим тупо разожжем. А, у меня еще такого мяса, кстати. Отлично. Ты иди сюда. Еще такого мяса. Так, окей, с едой проблем, походу, у нас не будет. Можем спокойно сходить. Куда мы там хотели. Теперь давайте смотреть, что у нас там за внезапные рецепты. Угу. Так. Это посох. Лайт. Это мне, скорее всего, с уровнем открылось, а не обнова. Что-то мне вот подсказывает. Роба. В принципе, паутина и вот это вот. Ну, давайте попробуем. Чё бы нет. У нас прям все есть. Отлично. Так, ладно. Все окей, все окей. Погнали. Так. Какая-то роба, во всяком случае, ясненько. Ну, давай еще наготовим. Что нам стоит дом построить? Давай еще. Сейчас мы надолго идем отсюда. Наверное, уйдем уже когда-нибудь. А пока что смотрим варианты так, одежды, быть может. Так, вот она, да? Угу. Нужен вот этот фигня. Две веревки. А эта жилетка у нас в каком таком месте делается? Не тут. Так. Темно и страшно. Ну и ладно, наверное, последний мясной шарик, и нам пока что хватит за глаза, я так думаю. А, где-то робан. Тут, наверное. Так, Summer это не то. Floral тоже нет. Так, так. А вот она. 8 клыков надо. Так, стоять, клыки здесь были. Все, делаем офигенскую теплую штуку. Так. И теперь вот эту офигенскую теплую штуку. Оп. Робу мы берем с собой. Хе-хей! Пещерный рыцарь такой. Ну да, реально какой-то пещерный рыцарь. Сейчас мы еще смешнее что-то сделаем, я так чувствую. Вот здесь у нас какие-то новые варианты. Давайте еще посмотрим. Что ты нам тут предлагаешь? Хэт. Что-то нагло, короче, какую-то фигню еще одеть. А тут еще что-то забавней. Так, 4 свиных фигни. Так, где у нас свиная фигня? Так, вот это нам тоже нужно. Ну, чтоб я помнил. А, вот они, свиные. Окей.
Вроде как все-таки запомнил что-то. Так, это просто скинем. Ну и это скинем. Хобот можно вообще скушать, чтобы он не мешался просто так. Ну и смотрим, что у нас там появилось. Веревка и бритва. Так. А. Вот оно что. Что-то мне кажется, мне надо было вот это сделать. Это роба, это для мага, скорее всего. А вот это имеется в виду для воина. Хэдж. Потому что вот это, скорее всего, военная какая-то фуражка. Так, похоже на военную. Вроде похоже. А вот это вот еще. Так, свиные эти надо. Да. Как-то не так вышло. Робу мне, походу, нафиг не надо было делать. Она, по-моему, наверное, не очень-то и защищает от чего-то. Так, а свиных задниц нам откуда этих взять? У меня тут больше нигде нету. Ну, мы опытным путем потом все это затестим. Сейчас главное только найти, где это. Так, ну свиных, походу, нету. Так, окей. Че, мне кувалды нигде нету? Так, может, у тебя свиные есть? И у тебя тоже нету. Зато есть шерсть. Хорошо, сойдет. Давайте раздолбим свиной домик. Почему бы и нет? И еще свиной домик. Так, свиток выпал, который мне не интересен, потому что я все равно нифига не могу их читать. Так, ресурсы у меня тут были где-то. Так, еще ниже. Вот тут. Еще доски, еще камни. Отлично. Ну и погнали. Что у нас там? Пу-пу-пум. Веревка и бритва. Я почти всю траву потратил на это дело. Ну да ладно. Так, вот это, походу, бронята. Да? Светлого рыцаря броня, что-то, да? Лайт. Что-то типа того, ладно. Что-то там еще новое было, нет? Квинни щит. Только, ну это посох. Щит, 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 щит. Блин, а я не знаю, нужен ли нам щит прям таки. Окей. Окей, тогда ладно, все. Быстренько собираемся. Собираемся в поход. Для этого нам надо, во-первых, лишнее убрать. Пик. Свиная попа одна. Паутина-то ушла сюда, а не куда хотелось бы. Так, тут у нас вроде все нужное. Шерсть отсюда. Так, утеплитель пока что оденем. Тут у нас и робо, и броня, по всей видимости. Так, ладно, во втором мешке что? Еще шерсть. И все сплошь нужные вещи. Зарядим. Хорошо. Ну, стоит взять, конечно, золото. Где у нас золото? Где-то было? Так вот. Давайте стак золота возьмем. Имеет смысл взять банок. Банки, наверное, даже все. Они все полезные. А для этого надо сделать еще сумку. И травы нету, ладно. Траву мы соберем. Ну окей, ладно, по дороге траву еще соберем. Сделаем еще себе одну сумку. И, в общем-то, бежим опять в подземелье гномов. Очередной заход. Ну а на этом всем спасибо за просмотр.
Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.